Безбумажные технологии. Карагандинская таможня первая в Казахстане начнет внедрять проект по электронному декларированию. Теперь никакой бумажной волокиты, только компьютеризированные программы. Сегодня при участии представителей Республиканского комитета таможенного контроля был произведен контрольный выпуск электронной декларации. Готовы ли карагандинские таможенники подобному ноу-хау, расскажет наш корреспондент. На таможенном посту Темиртау разработчики программы «Декларанты ArcelorMittal Steel Темиртау» провели работы по электронному декларированию. Теперь все экспортные товары будут проходить по новой программе. Оформление нужных документов займет всего 2 минуты. Об этом сообщили на встрече, которая состоялась среди личного состава Департамента таможенного контроля по Карагандинской области. Дина Мамашева рассказала, уже в следующем году планируется ввести обязательное информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию автомобильным транспортом. Сегодня комитет таможенного контроля проводит очень большую работу по модернизации всей таможенной службы. И в частности, мы начали работу над таким серьезным проектом, который называется электронное декларирование. Сейчас мы работаем над электронным декларированием экспорта. И пилотной площадкой для внедрения вот такого нового подхода к декларированию у нас является Караганда. В частности, Темиртау таможенный пост с компанией ArcelorMittal. В обсуждении новшеств в сфере вопросов налогового и таможенного администрирования приняли участие представители налогового департамента. По словам участников мероприятия, данные проблемы являются самыми актуальными на сегодняшний день. Мирамгуль Салкимбаева, Бауыржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.